Красноярка пытается поймать анонима, который предлагает вступить в интимную связь с мальчиком дошкольного возраста. Женщина рассказывает, незнакомец пишет с разных номеров, присылает интимные фото и предлагает за 250 тысяч сексуальный контакт и создание видео непристойного содержания. В разных случаях мужчина заявляет, что ребенок – сирота, детдомовец или же его привезли в Россию с Украины. Неравнодушная женщина, чтобы уличить анонима, создала анкету на сайте интим-услуг и с ней тоже связался незнакомец. Красноярка даже сумела договориться с ним о встрече на взлетке, но она так и не состоялась. После этого женщина обратилась в полицию и предоставила всю переписку. В дежурную часть отдела полиции номер 10 поступило сообщение от жительницы Красноярска о том, что неизвестный мужчина посредством переписки в одном из мессенджеров предложил ей вступить в интимную связь с малолетним ребенком за денежное вознаграждение. Кроме того, мужчина присылал ей непристойные фотографии. Сообщение Красноярки было зарегистрировано в установленном законом порядке. В настоящее время материал для проведения проверки направлен в следственные органы.